всем привет. Извиняюсь, у меня нервы. Как вам погода? Мечта. Я не знаю. Я вчера Чебурашка все-таки не выдержал, приболел. Мы ходили вечером в поликлинику с ним. Пешком. Я там засняла видео. Приложу в конце видео. Как ходить, я не знаю. Да-да-да, а как ехать? Все, вальну. Все. Это знаете, как это видео выкладывают, окно открывают, а и это лед. Вот это вот, да. И пешком падаешь, и на машине, я не знаю. Все, у меня нервное. Вы же мне ничего не советуете от стресса что-нибудь. Все, приплыли. Болезный тоже. С температуркой немножко. Я говорю, ничего не знаю. Лекарство ему сунула, я говорю, поехали. Я пешком не дойду. Санин, косолапыми, больными ногами. Куда? Нет. От подъезда там до машины, от машины до подъезда. Да это еще. Это я еще могу. А по-другому никак. Я не знаю, как я. Я полный сюр. Что делать? Я ему говорю, давай это отколупаем. Он говорит, нет, нельзя. Давай отколупаем. Не дает. Но он болеет. Не будет. Не... Гули. Там гули. Гули. Прям под машиной. Ну гули, голуби. Вон они прям под колесами. Что-нибудь там делают, греются, что ли. Под машиной. А надо как-то выйти их. Это кыш-кыш. Потом уже вперед. Ну это вообще. Я шорт сделала с этим людиком. Как вчера я это, да? И приложу в конце видео. Кстати, оладья. Вчера я говорила, да. Тоже в этом видео в конце я приложу. Сделала с утреца. Встала. Как пчелка. Каждое утро прямо туда-сюда. Так что досмотрите видео до конца, там оладушки будут. И вот этот лед, который, как мы вчера с ним шли. Ну это я не знаю. В прошлом году было что-то похожее, но не до такой же степени. Вообще. Кошмар. Нет. Ну как-то мы поехали. Я не знаю, как. Как-то вот как-то так. Напишите, вы как в такую погоду предпочитаете? На такси, машине или общественным транспортом, ножками. По-моему, что так. Такое себе. Ну ты почисти, может, уже все раз. Нет. Говорю, давай отколупаем. Ну иди колупай. Ну пошла колупать. Ну, я тоже могу. Вот этим вижу поковырять, знаете, вот это вот.
And y'all ready for this?